Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, даю информацию, ни в коем случае никого ни к чему не принуждаю. Я только рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую. И если вам интересно, какие проекты я захожу, заметьте, в самые первые минуты старта, я всегда стараюсь заходить с самого старта. Рекомендую подписаться на телеграм-канал, он на английском, ссылочка в описании. Также криптовалюта, проекты без вложений. Ну что, DeFi Trade это просто денежки капают прямо из воздуха. Я тут уже буду играть не на детский сад, уже начинается взрослый садик. Вот, я буду играть уже по-крупному. Давайте сейчас мы посмотрим. Статистика — это просто что-то страшное. Почти уже скоро, ну, наверное, пару дней тут миллион долларов будет проинвестировано. Так, у меня сейчас... Тут показывается рейтинг партнеров, какие обороты и так далее. И давайте сейчас мы что сделаем. Я буду играть по-крупному, конечно. Мне все нравится, все классно. Я никого не заставляю повторять за мной. Как говорю, всегда риски есть и так далее. Вот, я только показываю, что и как я тут зарабатываю. Проект действительно очень классный, очень топовый. Динамика идет хорошая. Развитие пошло просто сумасшедшее. Что-то страшное делается. Давайте сейчас посмотрим, сколько за ночь мне накапало, пока я отдыхал. Ночью просто с телефончика сидел, заходил, иногда выводил. Вот, пожалуйста, 40 баксиков, 60 баксиков. Вот. Вот кто-то на 800 баксиков зашел, как видите. Ну, вот, ночью отдыхал, 100 баксов тебе капнуло. Вру. Какие же 100 баксов? Вот заходим, сейчас откроем при вас еще MetaMask. Это еще не все. Я на SDT-шку выводил, мне там была нужна SDT-шка TRC-20. И на BEP-20 полтинничек тоже капнул сверху. Я считаю, что это очень неплохо. Так, сейчас мы что делаем? Сейчас мы выбираем внимательно сеть BEP-20, вводим сумму, нажимаем сразу BEP-20, чтобы не перепутать. Обязательно все смотрите. Конечно, там у вас покажет ошибка, сайт вам выдаст ошибку. Если вы введете другой кошелек, ну не BEP20, а TRC20, тут такая защита. Но лучше все внимательно будьте, потому что это ваши средства. Тут видео ставлю на паузу, это безопасность, мастер-ки, не могу свой светить. Все, я выплатил, показал бы вам саму выплату, но, друзья, мастер-ки, вы увидите мастер-ки, зайдете и выведете без меня только на свой кошелек, конечно, не на мой кошелек. Если бы вы зашли бы в кабину и вывели бы на мой кошелек, но я бы еще вам показал мастер-ки. Я тоже на свой чувствую, вот вы видите. Ну ладно, на самом деле это не так. Тут еще пароль есть для входа. Ну, на всякий пожарный я лучше не буду его светить. Ничего, конечно, страшного в этом нет. Тут еще пароль для входа. Тут не так просто аккаунт взломать. Но лучше, как говорится, не светить ничего. Ни пароли от почты там и так далее. Безопасность всегда на первом месте. Двухфакторная аутентификация. У меня очень всегда сложные пароли везде стоят. Вот, чтобы вы не смогли ничего вывести, ничего сделать не смогли, без моего ведома. А то зайдете вот так вот еще, пока я буду спать, хоп, выведете себе 100 баксов на свой MetaMask или на биржу. И я потом просто просыпаюсь и весь буду такой, я не знаю, взволнованный, куда же деньги делись. Так, ну что, 296 баксов у меня есть. Это очень классно. И на 250 давайте зайдем. Давайте поиграем, уже так нормально поиграем. На 250 зайду. 250. На тариф. На какой тариф заходить? На 3 дня. Ой, 4 дня можно зайти. 70 баксов заработать можно сверху. Ой, подождите, что я нажал? Чего у меня 250? Я думаю, что-то мало сильно. 350 сверху. Че, это же классно просто. Можно зайти на 400, но тут риски, тут риски. Так, а чего оно у меня все время, вот, штуку баксов за 20 дней? Фастик отлично работает, может и 20 дней отработает. Кто его знает? Ну, давайте, ладно, давайте будем по классическому нашему методу. 270 баксов я получу. Почему 270? Так, 8,2, 16, 5,8, 40, это 20 баксов. Все правильно, все классно. С математикой тут все хорошо. Проверяем оплату. Все внимательно всегда проверяем. Вот прямо все очень прям внимательно все. Вот смотрите, вот каждую циферку, каждую буковку.
смотрите токен, который отправляете, сумму смотрите, какую вы отправляете. Потому что если вы что-то не то выберете, у вас денежки улетят непонятно куда. Это же криптовалюта. В поддержку вы MetaMask не напишите, вас там, я думаю, ответят, что вам лучше идти отдыхать, если вы им так напишете. Вот, поэтому с этим, ну, лучше с этим сразу смотреть. Потому что были такие ребята, которые писали, я вам скажу. Они не туда отправили денежку, сеть перепутали или что-то, я не помню, что было. Писали в поддержку MetaMask. Хотя при чем тут MetaMask, если это блокчейн? То есть лучше туда не пишите, лучше уже попрощайтесь, там, не знаю, там, успокойтесь, там, как-то. Это не такие большие деньги, конечно, там. Мне кто-то за 200 баксов переживает, а кто-то за 250. Ну, деньги это небольшие. Я тут уже буду так нормально, так по-крупному играть. Я думаю, что где-то через неделю. Может, штуку баксов буду крутить. Вот завтра заработаю 270. Зайду, может быть, там на 300. Посмотрим, если там еще реферальные прилетят у меня. Зайду на 300. Вот. И... Завтра может на 260 зайду, посмотрим. Вот, потом на 300, потом может быть так 500 где-то, 500, так 550. Ну, буду по чуть-чуть сложные проценты включать. Так, а мой депозит еще не появился. А почему мой не появился, это депозит? Алло. Смотрим, выплата выполнена. А, депозиты тут не показывает. Так, вот, видите, реферальный рифбек. Так, ну давайте тогда посмотрим, что у нас тут делается. Так, инвестировано 795, хотя у меня должен уже быть косарь, по идее. Мои депозиты. Депозит завершен. Ну, иногда такое бывает, пару минут ждать. Ладно, ставлю на паузу, ждем тогда. Не, на паузу даже не успел, только поставил, и вот он, ну смотрите, ну, вот он сразу появился. Так, давайте нехитрыми действиями, такими вот моими любимыми. Вот так на главную в кабинет, на главную в кабинет. Я вот так всегда страничку привык обновлять. Помогает, я вам говорю. Мои депозиты. Так, 250 работает. Ну, не сказал бы, что я по-крупному играю. Тут ребята, я вам хочу сказать, по 2 штуки баксов играют. По штуке баксов вот играют. 580 баксов. Вот, на 800 вот кто-то вот зашел. Вот, вот. Поздравляем ребят, которые играют по-крупному. Вот. Ну, надеемся, что они тут еще и хорошо заработают. И по-крупному заработают. Все, ставьте свои большие царские лайки. Подписывайся обязательно на канал, если хочешь узнавать о таких фастах первыми. Авторифбек, кстати, не забывайте. У меня на все фасты, где есть возможность, там авторифбек буду ставить. Все для своих партнеров, максимально выгодные условия. На этом вам побольше профита. Ну и до новых встреч.